вітаю вас, друзі, в прямому ефірі телеканалу «Миколаїв». Якщо у вас є бажання і час, приєднуйтесь до нас. Це розмова на тему. А тема нашої сьогоднішньої розмови – соціальне підприємництво. У нас в студії гості Микола Данцев, власник студії «Шоколада», і Ольга Ковалевська, івент-менеджер. Друзі мої, здравствуйте. Здравствуйте. Дуже рада приветствовать вас в нашей студии. Сегодня тема нашей беседы – это социальное предпринимательство. Друзья мои, если вы до сих пор еще не знаете, что такое социальное предпринимательство, сейчас вы эту тайну разгадаете, потому что у нас сидят доки этого дела. Колечка, будь добр. Итак, социальное предпринимательство. Откуда появился этот термин и существует ли сие в нашей стране? Здравствуйте. Вы знаете, это очень удивительно интересное такое направление. Дело в том, что социальное предпринимательство к нам пришло с Европы. Термин пока только в виде термина и в виде конкретной реальной работы в Украине. Значит, как оно попало в Украину и как это все развивалось. Итак, социальное предпринимательство – это такой гибрид бизнеса с волонтерством, при котором, мягко говоря, прямо даже, волонтеры самостоятельно зарабатывают деньги по всему жанру предпринимательской деятельности, единственное что, выполняя свою какую-то социальную миссию. Например, есть вот в Одессе есть газета, которая дает возможность беспритульным, бездомным, да? Продавая газету, зарабатывать деньги. То есть в Одессе людям без определенного места жительства их собирают, раздают газету, они продают и деньги забирают. И таким образом распространяется газета. Угу. Вот все-таки одесским людям, которые не имеют крыши над головой, повезло чуть больше, потому что николаевским пока еще не предлагают газету продавать, но я думаю, все впереди. Очень сильно распространено в Европе, в Канаде, в Америке, в Англии, в частности, началось это давно уже, социальное предпринимательство, и огромное количество социальных предпринимателей сейчас насчитывает вот именно Англия, Канада. Ну, так как Англия, да. Так как Англия была первой, и в основном в англоязычной литературе появился этот термин «социальное предпринимательство», в Англии сейчас на текущий момент зарегистрировано до 70 тысяч предпринимателей, которые занимаются такого рода занятием, как социальный бизнес. Вот. И непосредственно при этом оборот, который они делают за год, ежегодный их оборот, составляет около 24 миллиардов фунтов стерлингов. При этом на этих же предприятиях, которые занимаются решением социальных острых проблем, задействовано около 800 тысяч человек. Да. То есть вы представляете, да, например, социальный бизнес, что это за бизнес? Самостоятельно люди с ограниченными возможностями могут зарабатывать себе деньги. Потом какое-то предприятие может, продавая какую-то услугу или какой-то товар, может зарабатывать абсолютно легально, абсолютно на точно таких же законах бизнеса зарабатывать деньги, продавая какой-то продукт. И в зависимости от миссии, от целей, задач, какую-то часть средств тратить на социальную миссию. Например, вот сейчас мы разрабатываем свою собственную программу студии «Шоколада». Мы открываем студию мастер-классов там, где дети-сироты, уже, которые учатся, например, в профтехучилищах, может быть, в каких-то вузах по кондитерско-пекарскому направлению, смогут пройти стажировку и практику у самых лучших кондитеров Украины. То есть это мы на базе вашей студии? На базе вашей студии, да. «Шоколада», да? Да, да. Вы открываете мастер-классы для детей, сирот. Да, то есть это уже взрослые люди, которые… Молодые люди. Молодые люди, да. Да, для того, чтобы повысить их квалификацию. Да.
И что даст им вот это повышение квалификации, Николай? Смотрите, например, уровень каждого вуза или каждого профтехучилища ограничен каким-то набором, базовым набором каких-то навыков, которые они учат. Как они учат, что они там делают, то есть это потом... После окончания уже как результат, когда он приходит к работодателю. И работодатель сейчас, например, смотрит на рынок, и рынок ему говорит, допустим, там, европейские десерты сейчас модно. Да, например, модно, например, там, зефиры, мармелады, эклеры, профитроли, шоколад. То есть учат ли они там, практикуются ли они там, очень-очень редко где-то какой-то один преподаватель самостоятельно это пробуется с какими-то студентами. И зачастую, как правило, проблемы детей-сирот – это не сиюминутная, так сказать, какая-то проблема там, одежды или еды, или там, крыши над головой. Слава Богу, более-менее там, на какой-то процент, большой процент государство с этим справилось. То есть детям есть где жить, детям есть что одевать, и есть какие-то средства после выхода из специальных, например, реабилитационных, да, реабилитационных центров, там, где они находятся. И что получается? Что, приходя к работодателю, они не могут сделать в том качестве или вообще не могут тот или иной какой-то продукт, который сейчас модный. Например. И здесь мы можем помочь в том плане, что у самых лучших преподавателей, самых лучших тренеров и кондитеров, они смогут пройти практику и научиться правильно делать. И самое главное не просто делать, а самое главное продавать. Потому что, как оказалось, сегодня на рынке просто учиться делать или просто там производить какой-то продукт, ну, ничего не значит. Самое главное еще его представить, и продать. И умело продать. Продать, да. Не только потом, сделать, но еще конечно, и уметь продать. То есть наша стажировка будет включать еще и курс бизнес, небольшой бизнес-курс, который его научит продавать, как-то формировать, учиться формировать, как базу учиться формировать, потом куда идти, как обращаться, как продавать через социальные сети. То есть этот модуль мы все формируем в модуль, и это будет представлено уже детям для того, чтобы они смогли зарабатывать деньги завтра. То есть буквально сегодня-завтра они смогут зарабатывать деньги тем, что они научились, они знают, куда идти, куда стучать для того, чтобы продать. Если они захотели пойти в найм, они идут вместе с грамотно составленным резюме и представляют свою продукцию, то, что они могут. Фотографии, портфолио. И когда, например, они решили самостоятельно открывать какой-то, может быть, интернет-бизнес, они будут знать, как делать первые шаги. Это очень здорово, Николай. И самое главное, что вот мы сейчас сидим здесь в студии, и мы не просто говорим, мы говорим о конкретных делах, которые действуют и которые делаются здесь и сейчас вот у нас в городе Николаеве. То есть, несмотря на то, что Николай сказал о том, что социальное предпринимательство – это всего лишь термин, на самом деле это уже и есть и дело, Николай. Да. Дело в том, что в Украине, к счастью, сейчас пока нет специального закона по социальному предпринимательству. Почему к счастью? Да, почему, ну, к счастью? Вы представляете, да, то есть говорить о коррупции мы не будем, но то есть это уже на слуху. Она уже идет через край, и тема социального сектора, как правило, связана с какими-то, допустим, льготами. Да? Ну, на сегодняшний день, конечно, многие люди услышали по телевизору о том, что якобы кто-то имеет какие-то льготы. Вот, на самом деле никто... Навострили да, ухо, да, да, да. Кто-то то есть никто нигде льготы. Никаких льгот не имеет, никакого закона специального налогообложения не имеет. Даже если кто-то перечисляет какие-то деньги в благотворительный фонд, никто ничего не имеет, никаких льгот. Вот. А если там, я не помню, по-моему, вроде какой-то минимальный там, на уровне 0,001 какого-то процента, то есть это не льгота. И что получается? Что
По-моему, в 2012 году, да, в 2012 году Фридман Александр подавал законопроект, его завернули, и для того, чтобы, причем комитет Верховной Рады завернул, якобы предотвращая будущие спекуляции на теме социального предпринимательства. Что имелось в виду? Ну, например, приходит завтра предприниматель в какой-то комитет громады, допустим, и говорит: «Здрасте, я вот два раза давал какие-то деньги, например, вот на это. Вот я социальный предприниматель». А здесь очень важно иметь закон. И закон четко должен ограничивать благотворительность и социальное предпринимательство. То есть благотворительность ты сегодня захотел – дал, завтра захотел – не дал. А социальное предпринимательство – это конкретное дело, которое решает конкретную социальную миссию и программу. Например, в нашем случае, да, дети-сироты получают высшую квалификацию, они получают удочку и навык лова рыбы. То есть они не будут голодать, потому что они научились ловить рыбу. Вот. Желательно еще золотую рыбу. Да, а вот, допустим, если бы мы часть средств, которые мы готовы выделять на социальный бизнес, тратили бы просто, ну, раздавая деньги, да, решили бы мы их проблему? Ну, думаю, что нет. Нет, потому что на что потратит молодой человек деньги? Он пойдет в кафе, он купит мобильный телефон, он купит там туфли, шапку. Да, нужен телефон, да, нужна куртка, да, нужны туфли, но это не решит его социальную проблему. А если мы научим детей правильно работать, правильно продавать свою работу, правильно оценивать свою работу, то завтра, послезавтра, через год, через 10 лет он будет квалифицированно работать и будет жить в достатке. Николай, вы сказали, что закон в нашей стране про социальное предпринимательство не принят. Но, тем не менее, вы уже работаете как социальное предприятие. То есть, пока мы себя... Закона, да, пока сейчас, на сегодняшний день, мы работаем просто как физическое лицо, предприниматель, на точно таких же основаниях, как остальные предприниматели. Просто появилось уже сообщество так называемых социальных предпринимателей, которые в каждом своем регионе решают какую-то социальную миссию. Вот. И комитет Верховной Рады, когда отклонял рассмотрение закона, то было озвучено такое вот правильная формулировка. В каком плане? Значит, когда вы сформируетесь в какую-то там, ну, какое-то сообщество, которое будет уже организовано, которое будет уже диктовать какие-то правила работы, то есть случайные люди туда уже не попадут. Ну, случайные люди всегда попадают. Да, ну, может быть, не массово, не массово, да, чтобы именно, как нам ответили, уныкнуты фальсификацией на этой теме, то есть, что не будет поголовно приходить и говорить: «Здрасте, дайте мне, я предприниматель, у меня колбасный цех, там колбасный завод, например, я там решаю какую-то социальную миссию на бумаге и, допустим, дайте мне льготы». Ему дают льготы, он ничего не решает и все. Допустим, как бы он льготы получил и получил надприбытки. Для того, чтобы не было никаких надприбытков, человек должен заработать, заслужить звание социального предпринимателя. То есть поэтому и не был принят закон о социальном предпринимательстве, потому что он предполагает ворочение такими большими денежными потоками. Нет, небольшими, нет, небольшими потоками. Дело в том, что именно социальный бизнес во всем мире – это бизнес среднего и малого предпринимателя. Почему так? Потому что, ну, например, кто захочет из предпринимателей, обычных предпринимателей, например, заниматься, ну, допустим, трудоустройством алкоголиков? Кому нужны алкоголики? Никому. А вот, допустим... Ну, они сами себе, наверное, не нужны в первую очередь. А вот, допустим, вот у нас есть в Украине конкретная практика в
Общественная организация «Выгода» в Житомире изготавливает нестандартные же металлоконструкции. Вот, ворота, решетки, вот, и приобщая, и исправляя, давая людям шанс к новой жизни, именно вот людей, которые с... Так эти ворота и решетки делают именно люди, которые имеют зависимость, да? Имели, которые хотят работать, которым помогают восстанавливать документы, которым помогают восстанавливать навык работы, которым помогают, например, исправиться, будучи освободившись из мест лишения свободы, люди получают работу, получают стажировку, получают документы, то есть они работают там год, два, таким образом, вставая на нормальный путь, выздоравливая и вылечиваясь. Но такие программы действуют давно, Николай, вы понимаете, просто, может быть, она сейчас приобрела такое название социальное предпринимательство. Тут же стоит вопрос, они делают, они должны продать, и они должны получить прибыль. То есть мы сейчас говорим конкретно именно о предпринимателе, о бизнесе, да. Вот какие... программах, которые направлены на то, чтобы помочь. Помочь, конечно, конечно. Бизнес. Вот, именно бизнес. На какие, в кавычках, грабли наступило наше общество? Значит, это было, по-моему, около 2000 году, и где-то в 2010-2013 году были программы. Значит, программы были американского фонда, и в 2010-2013 году была программа по всей территории Украины британского фонда, Эрсте банка, потом фонда Відродження, ну и фонда Восточной Европы. Значит, что это была за программа? Собирали общественников по всей территории Украины, локально, в каждом городе. Была программа рассчитана на целый месяц. Каждый, или там даже не на месяц, а на 3 месяца, я не помню уже. Значит, 3 месяца или 4 месяца собирали раз в месяц с общественников, которым был начитан курс бизнес-планирования, маркетинга, продаж, и общественники должны были разработать свой бизнес-план какого-то бизнеса. Ну, например, были такие бизнесы, как прачечная, пекарня, например, вот металлоконструкции, которым могли выдать какой-то кредит, то есть кредит не грант. Грант – это безвозвратная помощь, а кредит – это кредит, ты работаешь, да, и возвращаешь. Угу. Вот, но на льготных условиях. Угу. Получили в некоторых городах, во Львове, по-моему, и в Харькове предприниматели по одному разу. Вот, в Николаеве я выиграл этот конкурс, но средства не получил. Там произошла какая-то чехарда с бумагами между фондом «Русала» и Эрсте банком, потом Эрсте банк перекупил Фидо банк, в итоге получилось, конкурс прошел, кредит никто не выдал, ну и я самостоятельно открывал студию шоколада за свои собственные средства, вот, и что получается, значит, объединяли общественников для того, чтобы общественники начали вести бизнес, вот, и получается вот такие вот, как бы, сложности, общественники, в основном вели как бы такой... Но общественники непригодны, непригодные для того, чтобы бизнеса, вести да. Бизнес, они получали гранты. Пусть не обижаются вот, на нас общественники. Конечно. В основном общественная организация получает грант, получает какие-то средства или там от благотворителей, потом эти средства распределяет. Вот. Но чем отличался тогда... Вот наша организация, фонд «Мы поруч», от каких-то других организаций. Чем? Да. Мы не получили ни одного гранта, мы даже не участвовали в грантовых конкурсах. Почему? Я считал, что нужно быть активным, нужно своей активностью собирать средства. И за счет того, что мы проводили самые разные акции, самые разные мероприятия, у меня появилось большое количество знакомых, разного рода предпринимателей, от которых я как бы... получил какие-то знания, получил какой-то опыт управления каким-то бизнесом. А до этого у меня еще была маленькая практика в
своей бизнес-деятельности. Я продавал собственно разработанные бизнес-тренинги по обучению персонала. И когда я начинал работу вот именно с студии «Шоколада», я уже понимал, что делать, я самостоятельно все организовал, я нашел средства, помещение, и в чем суть именно вот социального предпринимательства, это не какие-то, не должны быть какие-то подделки. Вот в основном на ярмарках, на каких-то, может быть, отдельных мероприятиях общественные организации или фонды представляют какие-то вот подделки детей. Да, подделки детей – это святое. Но когда общественная организация пытается собрать средства путем предложения какого-то ненужного продукта, вот, то это разовая покупка. Конечно. Это покупка такая, которая, ну, в кавычках можно назвать пылесборник. То есть какое-то панно, которая выполнена непрофессионалом, да, то есть это все равно, что маленький ребенок что-то там склеил, да, то есть родители этим дорожат. Родители, да. Да. А постороннему человеку нужно ли ему этот рисунок? Нет. Ну, и ребенок-то да. тут не нужен, вот, и рисунок да. не нужен. Да, да, да. Поэтому здесь очень важно, какой продукт производит социальное предприятие. И в этом плане я сразу ударил на 100% в точку. То есть, самый дорогой шоколад, самый лучший шоколад, который есть в Европе, по самым лучшим рецептам, и для того, чтобы мне было пробить на ту нишу, в которой мы сейчас работаем, объединить какое-то количество людей, то есть это сейчас уже там 10 человек, которые работают, и мы могли дать большое количество отдачи именно в социальном секторе, а мы стартанули в самом сложном таком проекте, это был проект ипотерапии лечебная верховая езда, то есть мы взяли лошадь, мы взяли инструктора ипотерапии, взяли помощника инструктора, взяли коновода, взяли врача, медсестру, потом разработали, отправили на курсы повышения квалификации реабилитолога. Заплатили. То есть за все заплатили, конечно, самостоятельно. Было потрачено огромные суммы денег, которые, вот, так сказать, аккумулированные вот из социального бизнеса. И что получилось? Получилось, что мы временно пока приостановили программу, потому что мы финансово не тянули расширение масштабов. То есть нужно было 10 лошадей, нужно было 20 лошадей для того, чтобы охватить как можно больше количества детей. И получается, что нужно каждому ребенку было проходить 4-5 курсов в год. А у нас, наши дети, там 300 детей, получали только один курс. И этого не хватало. Поэтому для того, чтобы не тратить деньги зря, мы решили в период финансового и политического кризиса остановить работу, подождать, пока все успокоится, и мы начнем новую работу, тогда мы сможем возобновить работу по ипотерапии. То есть это вы не отставили? Нет, это будет, но пока просто, чтобы было понятно нашим зрителям и родителям детей ДЦП, нам ежемесячно для нормальной работы 500 детей, которые есть в Николаевской области, ДЦП, именно тем, кому можно заниматься, это нужно около 100 тысяч гривен ежемесячных расходов. Это колоссальные деньги, и сейчас их где-то взять вообще невозможно. Вот. Что есть в Украине? Какие есть достижения, какие есть успехи? Значит, есть такие предприятия, которые производят печенье, пряники, выпечку. Например, сейчас это уже мой знакомый, мой друг со Львова, они выпекают печенье, причем очень-очень интересное название. Например, печиво за добрые справы. Угу. То есть люди покупают, да, люди, на зло, причем да? Там работают женщины, которым некуда идти,
То есть они им помогают где-то с каким-то местом жительства, они помогают получить квалификацию пекаря или задействованы на каких-то подготовительных работах и производят продукт, продукт, который потом продается и на качественный продукт, конечно. Вот, потом, например, есть еще гениальный опыт, правда, этот опыт позаимствован с Питера, там есть магазин «Спасибо», у нас в Украине, в Киеве начали действовать благотворительные магазины «Ласка». То есть вещи, которые были уже, приходят во вторые руки. То есть если, например, вам не нужны вещи, да, вы пересмотрели дома, у вас пол гардероба, как правило, ненужных вещей. Вы относите и эти вещи в благотворительный магазин, девочки все пересматривают, перебирают. Если надо какой-то ремонт, какие-то пуговицы пришивают, и потом эти вещи продают, а деньги идут на социальный сектор. Все, Николай, все, больше не можем говорить про социальное предпринимательство, потому что время эфира истекло, друзья мои. Но даже этот короткий промежуток времени, я думаю, что вы поняли, что все-таки социальное предпринимательство в нашей стране есть. Сегодня у нас были гости Николай Данцев и Ольга Ковалевская, которые преуспели, вернее, стараются преуспевать именно в этом деле, в этом добром и хорошем деле. И лучше сделать доброе дело сегодня, чем откладывать его на завтра. Це була розмова на тему. На все добре.